Всем привет, друзья, с вами Ченджер. Я уже загрузил Batman Arkham City DLC, Месть Харли Квинн, по-моему, называется. Собственно, наша задача — обезвредить бомбы. Я не знаю, насколько долго еще продолжаться будет, но предыдущая серия в час 11, ну, конечно, если бы я не тупил, то, может, это все гораздо быстрее было. Мертвый Бэтс. Нихера не мертвый Бэтс. Живее всех живых. Что, блядь, за херота? Ну. А, блядь, я нажал. Обезвредили. Я нажал случайно на правый стик и увеличил, думаю, что происходит. The bombs have been built using explosives stolen from the GCPD lockup last week. Harley Quinn hasn't changed the detonation frequency. I'll calibrate the cowl to locate any other objects tuned into this frequency. Ну давай. То есть мы сейчас узнаем сколько, и я думаю, будет до хера. Ебать, еще и на время. Это вообще не круто. Ну, бежим, бежим. Ёб твою мать, еще и эти мудачьё тут. Ну ладно, зато у нас снова Бэтмен, и поэтому я просто привык к Бэтмену за все это время, поэтому я тупил в прошлой серии. Скажу я вам так, не знаю, верите ли вы мне или нет, я даже не знаю, сам верю я в это оправдание или нет, но, блядь, то, что творил в прошлой серии, это был ёбаный пиздец. Так, давай, Бэтс. Сразу херачим эту ледяную бомбу. Бежим. Блять, снайпера. Сучка, давайте его ёбнем, конечно. Хорош, Пэтс. Соберись. Вон, собственно, бомба. Но снайпер надо было убирать по-любому, так что это... Все. И идем сюда. Да хорош, Бэтс, да что с тобой? Ты напился, что ли? Блять. Попадай, а. Так. Давай. Убийца. По-любому убийца. Но... Нет, Харли, к сожалению... Блять, не то, к какому к сожалению. Не я убийца. Джокер сам себя убил, по сути. Так. Если сюда... Да, сюда. Блять. И один в броне, ну конечно. Куда же, блядь, без брони-то? Да вырубит ее нахер. Сколько бомб-то обезвредить? Если больше двух еще, то, наверное, нам... Лучше заново начать сразу. Тихо-тихо-тихо. Блять, я не туда свернул, как обычно. Ну, ёбаный насос. Давай, Бэтс, вперед, вперед. Кто-нибудь видит бомбу? Она внизу? Нет? Ты внизу, бомба, нет? Блять, что происходит? А, все понятно.
Блять, да не туда, не туда. А ближе нельзя, да? Ладно. Блять. Подожди. I'm running out of time. Я понял. Блять, ну это пиздец. Я же нажимал дважды. Ну ебаный насос. Давай, давай, Бэтмен. Не ссы, мы все успеем. В следующий раз. Джокер навсегда. Ну с таким паролем это, наверное, последняя бомба. Нет? Да. Фу. Да-да, я доволен. Ну давай, чё? Так. Погнали, погнали. Давай. Так ведь нам сюда? Да, сюда. То есть нам прям даже напрямую бежим, 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 бежим. Мистер Джей. Always. Да, блядь. Бэтмен, не промахивайся, пожалуйста. Ты видишь, я и так из последних сил. Ну, давай, Харли. Блять, что за атака клонов? Ух, игра почему-то вылетела, блять, посредине драки. Я запустил заново. Продолжить, блять, а что продолжить? Подожди, подожди, нам надо вот это, наверное, последний, который, да, месть Харли Квинн. Ух. Я отключил 11-й директ. Я уже боюсь, где мы начнем вернуться к Утарёс на эти Харли. Хорошо. Отключил 11-й директ, потому что... До этого были... То, что у меня первая заставка самой висла, причина была в этом, как писали, и я решил отключить сразу эту нахер. Потому что, скорее всего, осталась последняя битва с этими ебаными роботами. И, кстати, они сложнее тем, что непонятно, не показывают, когда... Не показывают, что они атакуют. То есть, блядь, все. Вот, видите? Это прям игра плюс началась. Хорош, Бэтмен. Блядь, Харли, это вообще нечестно. Ты в курсе, еще и ствол ты взяла. Ну ладно, если ты хочешь роботов валить, то вали, я не буду против. Так. Так. В принципе, сколько их всего-то? Блять, ну это какой-то отстой. Да хорош, ну. Все, нет? Харли, давай, твоя очередь. Оу. Ну, собственно, это крайне логично, что она заминировала статую. Что мне делать-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте шарик собьем, в принципе. Почему бы и нет, да? Блять. Харли. Харли хорош. А можно тебя вырубить, скажи мне?
если я тебя прям вот ебану бетарангом? Нет? Да, вода, блядь, я не увидел воду, ёб твою мать. Вот, ну контрудар, я ж тогда нажимал тоже, в чем проблема-то? Вот и все, Харли, отдай игрушку сюда, бля. Оу. Ебать. Все, Бэтмен умер. А, Бэтмен бессмертен, конечно. Что, я тоже начал паниковать. Where's Robin? I thought he was with you. Ну, ёб твою мать. What have you done? Бля, вот now это не круто вообще. Так, Бэтмен, ты бы посмотрел назад? Ха, вот и наш Робин. So, did you miss me? Where are the cops? They're safe. I'm done here. Hey, kid, is he all right? Yeah, sure. Of course he is. А сам-то ни хера в это не веришь. Последний смех, открытое достижение. Ну что ж, я так понимаю, это конец. Б назад, куда назад? Да. Ух. Давайте посмотрим, сколько всего. 71%, но я так понимаю, что остальное это, наверное, на вот эту комнату загадочника, основное, где эти испытания. Ну, я не буду это проходить на камеру явно, потому что только бои, херва туча боев, и, может, не только бои, загадки, но это можно, блядь, тогда на годовой прям плейлист растянуть. Да. Игра очень хорошая, ну вы и сами заметили во время прохождения, я много раз говорю, мне очень понравилось. И даже дополнительные миссии, особенно из загадочника, мы, конечно, это дохера, это очень долго было, но, в принципе, я не скажу, что я прям вот настолько меня бесило, это нет. В принципе, я бегал по миру, изучал, довольно интересно. Да, с удовольствием прошел, надеюсь, вам тоже понравилось прохождение. Завтра на канале новое прохождение. Собственно... Бэтмен охерительно. Не знаю, может быть позже когда-нибудь я пройду Бэтмен Arkham Knight, также третью часть, которая тоже, как говорится, очень хороша. Там есть Бэтмобиль, который основная часть сюжета, по сути, но... Да. Собственно, больше, наверное, и сказать нечего. Игра охерительная. Очень рад, что поиграл. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся завтра в новом прохождении. Пока!